такие бомжи. И... Ой, давай заново. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, подписчики на канал Саша Святей. Карион. Ищи, кто? Карион. Какой Карион шёл? Мой новый канал называется Карион. А ладно, мы и продолжаем играть сам. Ой. Это Супер Ваня, кто не помнит его. Да, Супер Ваня. Я с ним играл уже давным-давно вообще. О, вот автобусик. Ай, случайно. Стой, стой, ща. Смотри. Я должен успеть. Я так запрыгнул. Вот, садись в этот автобус, нам надо в этот автобус. Стой! Садись в автобус, постой, дебил! Там другой, стой! На этот не надо, на этот не надо, дебил! Не надо на это садиться. На это надо? Я сел, а не могу, Карлос Юсик. Я не могу на него сесть, Карлос Юсик. Ой, тут там милиционер. Садись в этот автобус. Вот шахта, садись, мне 5 долларов стоит. Где шахта? Вот, 5 долларов ой. Стоит. Ой, он горит. Ну так не в этот, в другой. Вот, я сел, у него 5 долларов. Ой, взорвался. А как что, сесть я не умею? П, ну чё, а в смысле, как Гарри? Ну, я отвалилась. А, вот так вот, всё, понял. Я иду стоять. Да, он взорвался. Всё, я сел, поехали. Едем. Газуй, братан. Ой. Всё, едем. Потом, стой, выйди. Мать, выйди, всё-таки. А ты вышел? Ах, выйди. Не выходи. Ой, дурак. На работу, сейчас до мэри доедем. Ой, я на крыше. Стой, а мне как вылезти? Я не могу... А, вот всё, я выхожу. Да, я. Здорово. Где? Погнали. Эшкере. Зачем? Дорого. Телефон купить не надо. А мне? Это ж ещё сколько стоит? Это денег нет столько пока что. Так, телефон. Постой. Я хочу маску себе купить, можно? Да дурак, зачем тебе маска не нужна, дебил? Ну не покупай! Почему? Дурак, тебе деньги сейчас очень нужны, поверь. Так, что вы хотите? Туда можно себе только телефон купить. И это чё у меня грабил? Пошли за мной, придётся нам сейчас до мэри, короче, пешком. Ребята, я хочу вам хорошую маску, я наконец-то добился второго уровня, вот, видите, у меня второго уровня, сейчас мы будем устраиваться автобусником. А Ваня будет первый за деньги зарабатывать. Да, Ваня? Угу. Эш-4. У меня 1000 долларов, у тебя сколько? У меня 120. У меня 999. Ну это очень мало. Даже для бомжа это очень мало. Даже для тебя это очень мало. Даже для бомжа? Надо заработать больше намного. Ой. Там автобус, Вань! Где? Ой. Красивый? Да, там автобус. Блин, какой-то сейчас угар. Почему-то когда ты зашёл, начался угар. Когда я снимал, у нас бы не было угара. Почему? Потому что я есть угар. Почему-то мы зашли там, все автобусы что-то столпились, автобус вообще не взорвался. Помнишь, мы когда записывали целые разные паркуры? Ты дебил! Ладно, поехали, пошли. Погнали, мы машину раздолбили. Стой, Денис, знаешь, помнишь, когда мы снимали всякие паркуры, там, что мы еще снимали? Мы снимали КРМП. Помнишь, мы пасхалки? Я снимал много серий по снарку, можете посмотреть первый или второй. Помнишь, мы снимали КРМП там? Да что, это уже пятый сезон. Ой. Ты придурок? Ещё побьют. Пошли, дебил. А чё, я устал? Тебе до шахты автобус нужен, но не садись. Ты чё, дорого? Вообще, ты мог бы уже сесть давно-давно. Ну, мы случайно вышли специально, потому что мне надо устроиться на работу. Уа. Такси, ты чё, дорогой? Вот, здрасте. Это не такси. Такси. Палёнка, фу. А вон Палёнка едет, Алёнка. Это кто едет? Это Алёнка. Алёнка где чё? Шахта, дебил! Да шахты! Сюда иди, дебил. Он не остановился, дурак. Ой. Ой, подожди, там ещё один едет. Стой, подожди. Сейчас мы его поймаем. Тихо. Эй, другая. Тихо. Это для чего? Не садись. Это завод. Завод нам не нужен. У тебя крафт не шёл работать. А права можно без второго уровня получать? Для правов нужен этот, 600 долларов, а у тебя их нет. Сейчас заработаем. Мы можем машину стыдить, если когда-нибудь открыто. А у тебя прав нет? У меня есть права, у меня они давно уже есть. А мне зарабатывать на права? А это мэри, да? Да. Ой. Ой. Ты сидел на служебный ход, ваш никак выйдет отсюда. Вот, на лифте. А, всё, уходим. А. Это служебный ход, случайно.
Сейчас там порезал. Я устроюсь на работу, Ваня, ты как будто один развивайся, окей, Маша. Слышь? Ой, ёлка. Ты в курсе, что надо очень, ну так вот медленно идти? Вот так, если ты будешь быстро бегу где-то прыгать, то ты... Я знаю, я когда с Андреем полностью проходил, чё мне говорить. Не нравится, а это? Ну, башкой должен. В жизни. О, банкомат. Что деньги? Банкомат, придурок. Снять, а? Ты где? Это я за тебя... Уа. Прыжочек, уа. Ой. Уа. Сейчас красиво упаду. Уа. Друг. Так, где... О, смотри, какие здесь полицейские страшные. Ой, они нас побьют. О, можно с ним по лицу? А как это работает? А чего это с ним по лицу? А ты вот сюда должен подходить, дурак. Так, надо где-то работать. Ой, где, вот видишь, сотрудники где? А вот. Вот, нашел. Все, водитель автобуса. Я устроился. Поздравляем, вы устроились на работу водителя автобуса. Стоянки автобуса находятся на... А ты меня довезешь? Бесплатно. О, господи, Ваня, сейчас нам придется деньги так стирать. Ну, мам, а ты меня бесплатно довезешь? Да, могу. Бесплатно. Изи, пошли. Гони. Сейчас будешь меня катать на своем автобусе. Да. Ну, с тобой я не смогу работать. Но я что-то с тобой потом приеду, Ваня. Я буду денег на права. Только вот нам надо найти автостанцию, где автобус стоит. Ну похуй, сейчас найдем. А он тут рядом есть. Пошли. Ой, немножко. Ты тут подожди, я устал. Ваня, только я бомж, конечно, похуй. Пошли, дурак. Я тоже, я красивый. А сколько там то, чтобы скин себе купить? 1000. Вообще, еще изи сейчас. Я не могу перелезть. Да нахрен нам такси надо, Ваня. Пошли. Я не могу перелезть. Да дурак. Я падаю. Ты вот так вот пешком иди спокойно, так вот, и прыгай. А, да? Да. Че? О, гоем стекло разобьем. И пока, да? Ну, кстати, да, можно добавим по стеклу? Ты сможешь. Блин, обидно. Пошли! Ну куда ты бежишь-то? На автостанцию за автобусом моим. А где мой? В жопе, а где автостанция-то, вот. В жопе. Так, стой, Конструктор Мистер Лак, ты мой раньше не был. Короче, я тебе знаешь, как, ты знаешь, как работа на шахте? Да, я играл. Ты играл на этом сервере? Не на этом, я на других играл раньше. Ну вот, короче, работаешь на шахте, потом, когда ты все, я с тобой приезжаю, понял? А сколько мне нужно? А, меня сбили. Я кое-как секретно отвезу тебя на Сан-Фьер, а ты знаешь, что права. Вот вопросы можешь найти в интернете. О, вот пацан какой-то снимает, смотри, он написал, я снимаю, видишь? Ну что, мы тоже. Мы тоже. Ты забыл написать Денис ему. Здравствуйте. Ладно, пошли. А какие, как ты вопросы отвечал? На вопросы? Я просто в интернете набрал, и всё. А там можно, там время, типа, на время или быстро? Там просто, там как хочешь. Почём? Дай позже, он тебе сказал. Уа. Могу... Кстати, я тебе могу деньги передать. Давай, все. Ты что, дебил? Ой. Ой, дядя. Ой. Ой. Полиция чучок есть? Ой. Ой. Я буду жаловать админу. Сори, не могу сказать. Чё он сказал? Здравствуйте. Почему нарушаю? А чё мы делали? Блин, мне воняк. Фух. Чё он мне сказал? Я думал, он нас опять поставит. Ну, мне больше такой не надо. Бань, побежали уже отсюда. Он сказал, на проезжей части стоите. Стойте. Уйди с проезжей части. Он сказал, на проезжей части. Нет, я всего не нарушаю. Ты что, встать даун, тупой, сейчас админы пожалуй. Уже у тебя не хочу, я только что сидел недавно, ты мне 20 минут сидел, 20. Ой.
Ой, спасибо, показал. Как, а как будет стадии посмотреть? Знаете, что построят? Там нужно говорить. Как? Да, знаю. Тупой. О, все. Он сказал, ой. Какой штраф, вы надоели! Ой, ой. Какой, я его начал рушить, ему давать. У меня денег нет, я бомж. Я уже буду сейчас по-серьезному говорить, неплохо. Все, минус все, денег. Пусть он дает штраф. Что тебе надо, давайте сама. Да за что? Ты не за побежим. Нет, нас касали. Он тебе что-то передал. Ой, я не могу. 500 рублей штраф, зашибись. У тебя таких денег нету? Нету. Это ты плати, я пошел. Да не надо, дурак, сейчас посадят. Стоять. Да, здрасте. Ой, Марь. Че? Я застрял. Марь, я застрял. А ты что, блин? Ой. Ой, я не упал. Нет. Ну, в смысле? Да, не надо. Давайте я за него заплачу. Ну-ка, стой, надо написать, что мы нарушили. Не, пошел, пока. Что, не надо, дурак, все равно за... А как ментом устроиться? Скажи мне спасибо, дебила, тебя заплачу. А, давай пошел. Не, не пойдешь на машину. 1000 тебе надо будет платить ему. 500. А у меня 499. У меня 499, у меня 1 доллара не хватает, ну что, серьезно? Как тебе денег перевести эти доллары, да? А я назову серию разборки с полицией. Да, да. Короче, сейчас тут что? Я сейчас, короче, передам тебе. У тебя сколько денег? 120. А где у тебя какой? 335? 335. Ой. Идите, там кто-то взрывается. Сколько у тебя денег? 120 долларов. И придется с ним машину, я не знаю, туда. Вот, все, плати. А как платить ему? А у меня денег-то будет, вообще не будет. И чё? Мы хотя бы палец отмучимся. А как, чё и как ему заплатить? Всё, сейчас, погоди. Я тебе дал деньги, можешь платить штраф. А как ему как платить-то? А как за него платить? Чё надо писать? Так, он мне бланк передал? Все, я заплатил. Все, погнали отсюда. Все, бежим. Я отдал 500 долларов, все, отстань. А другой убежал, помнишь того пацана? Он убежал. И что это такое? Иди, ты опять по тротуару бежит, тебя опять арестуют. Да не стри, если что, я тебе это оценил. Я тебе, подвезу тебя, короче. Блин, ему повезло. Я просто в шоке, насколько тупые сейчас полицейские. Мы ходили по дороге, ладно. Он сбил преступника. И еще одно что-то говорить, я просто в шоке. А ты снимаешь, да? Админ мог, кстати, увидеть это. Какие же аутисты, блин, меня так бомбит. Мне пришлось все свои деньги отдать, чтобы заплатить за меня и вот за этого болвана. А что я-то сделал? Ничего ты не делал, я на тебя, между прочим, уже 700 долларов просрал. Когда ехал на такси, за тебя просрал. Когда я не платил, у тебя штраф.
А в смысле нас двоих с тобой попались? У меня денег все пока, помнишь? Изикатка просто. А тебе что было бы, если бы он отвлекся на меня, а ты бы убежал по секрету? Как тот пацан. А я бы сказал, что я заплатил до свидания, и мы бы встретились, и все. Изикатка. Не, реально, кстати, почему так можно? Давай просто бежать поедем по дороге. Сейчас покажу, сейчас помню, где это как-то было. Какие тут тупые милиционеры? Да, они тупые. Вот я как-нибудь устроюсь, вот на что мне штрафы? Ой, он там пишет, го. Заплачу много, видишь? Они типа взятки берут, видишь, заплачу много, го. Сейчас напишу админу. С вами всегда, когда что-то переключается, я не знаю, почему именно с вами. Даже не с Фради, да, со мной? Не с Фради, а со Срани. Кстати, у тебя сейчас хп закончится. У меня сейчас 119 баксов. Мне через тебя придется деньги зарабатывать. Со мной пойдешь. Очень непросто. Я на заводе работаю, не на это, на шахте. Со мной пойдешь на шахту. На шахту, да, потому что на завод у тебя прав нет. Я прыгаю, видишь, как красиво. После шахты мы идем тебе на права сдавать. Я тоже хочу милиционер быть, им тут еще изикатка работает. Вы милиционер можете жопать, кстати. Чупал. Ой, так. Вон, аутисты. Куда пишу менты аутисты? Слава богу, сейчас хотя бы сейчас нам штраф не дали, а то сейчас ударят. Ну, кстати, да, напишу менты аутисты. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Брат, Ваня. Все. А, да ладно. Понимаешь, Ваня, если я сейчас штраф не заплачу, ты сейчас был геморрой, потому что там, между прочим, если штраф не заплатишь, там очень тяжело все решать. Да я из сервака выйду, больше не зайду с нее. Другой блядь, пойду. Или аккаунт новый создам просто. В сигнатуре. Я опять играть буду, на нее опять буду рушать. Да, каждый раз. Ты, кстати, мог просто новый аккаунт создать, я мог просто приехать, и все, и тебя за деньги не платил. Изи карты, да? Просто пыльчи. Вот еще знаешь, я сейчас очень сбомлюсь, мы опять пришли к мэри. Мы опять пришли к мэри. Боже, мы тупые. А чем мы круг такой не вернули? Давай спросим менты, где, как дойти. Ой, такси не сможем. Блин, что делать? Можно станцию искать. Вот это где? Иди за мной, короче. Ну, кстати, я хочу... Я думаю, на эту веселую серию можно заканчивать. Стой, смотри. Давай... Подписывайтесь, как видео, ставьте лайк, всем пользу. И Карион. Всем удачи, всем пока.